Ион Кику утверждает, что унионизм, сепаратизм, коррупция и бедность являются характерными явлениями для слабого государства. Лидер партии «Развитие и объединение Молдовы» считает, что власти должны пресекать все действия, направленные против страны. Об этом он заявил на передаче «В центре внимания» на нашем телеканале. Политик уточнил, что один из приоритетов его партии – укрепление молдавского государства. Он выразил возмущение тем, что СИБ допустил протест, который организовал перед зданием «Альянс за объединение румын». Любое действие, направленное против государства, любого государства, является преступлением и должно быть караться соответствующим образом. Сепаратизм, там, унионизм и так далее, они же все из одной же оперы. Как разрушить государство? Да? Значит, соответственно, крепкие государства или общества, которые себя уважают, этого не допускается. Не допускают. С этим борются. Точно так же и наше государство должно бороться. Кику выразил мнение, что ведомство не отреагировало должным образом на установку палаток возле здания. Таким образом, сторонники Альянса за объединение румын отреагировали на подозрения, высказанные СИБ, об источниках финансирования партии. А то, что у нас партия, открыто выступающая за ликвидацию Республики Молдова, смеет блокировать службу информации и безопасности, я думаю, это является пределом вообще безнаказанности в Республике Молдова. Но то, что под окнами такой структуры происходит такая вакханалия, уже говорит о том, что в СИБе не все хорошо. Мы запросили комментарии в службе информации и безопасности, но ответа пока не получили.